Россия, родина моя, и нет у тебя краше. И кто бы что ни говорил, здесь все родное наше. Поля, леса, озера, реки, моря, луга и отчий дом. Душа моя с тобой навеки, и сердце, что осталось в нем. Россия для каждого имеет свое особенное значение. Для кого-то это место, где мы делали первые шаги, учились читать и ездить на велосипеде. Для других это семья, дом, самые красивые рассветы и неповторимые закаты. Что же для меня Россия? На этот вопрос ответили студенты Сибирского федерального университета со всех уголков мира. Что значит Россия для меня? И мне сложно подвести итог всему, и что я пережил здесь за 3 года. А выяснить все, что значит Россия для меня, это практически невозможность. Но я хочу сказать, что Россия – уникальная страна, полная возможность. И где я убрал свою вторую семью, познакомиться с очень интересными людьми. Я увидел очень красивое место. Поэтому Россия занимает отдельное место в моем сердце. Для меня Россия – это такой маленький родной домик в деревне у бабушки. Прекрасные закаты, восхитительные рассветы, люди, окружающие меня на всем моем жизненном пути. Россия – это красота в мелочах, пронизывающая теплотой. Вкусная еда, любимая сестренка, родители и самая милая на свете кошка. А главное – это ощущение, что я на своем месте. Для меня Россия – это страна возможностей. В университетской жизни это проявляется через возможность писать и защищать гранты, участвовать в различных мероприятиях, а также организовывать их. Это место, где я могу постоянно развиваться и совершенствовать свои навыки. Живя в Красноярске, я чувствую на себе влияние этого города и его природы, которые также дают толчок в моем развитии. Здесь проходит большое количество разнообразных событий, которые не только интересны, но и полезны для моего образования. Культурные мероприятия, научные конференции, городские события – все это делает жизнь в Красноярске вдохновляющей и насыщенной. Для меня Россия – это страна, где я могу реализовать свои амбиции и стремления. Каждый иностранный студент, который выбрал учиться в России, непременно ищет информацию. Такая ситуация была и со мной. Но приехав сюда, я нашла частичку родины в Красноярском крае. Россия для меня – это яркие возможности и новые впечатления. Сибирский федеральный университет и Центр дружбы народов. Столбы и Таргашинский хребет. Вечерняя атмосфера Татышевского моста. И, конечно же, это добрые люди и неповторимая культура. В уголке моего сердца Россия всегда оставила неповторимый след. Для меня Россия – это моя малая родина, или другая. Мои родные и близкие. Поэтому я хочу рассказать вам стихотворение моей бабушки Тамары Ломажаповны «Ульдурга». Ульдурга моя родная лежит привольно среди холмов. Перелески весело сбегают и крутит вместе хоровод. Ульдурга. Звучит так странно. Это слово вряд ли переведешь. В нем я слышу аромат степных цветов. В нем я слышу шум листвы, вижу шепот речки говорливой, вижу капельки росы, что вниз стекают торопливо.